Сейчас ей 84 года. Она народная артистка России, которая до сих пор работает. Но, несмотря на 3 официальных брака, стать матерью у нашей героини так и не получилось. А сейчас в сети появилась информация, что актриса тайно покинула родину, которую недавно так активно критиковала. Наша героиня публично осудила действия властей. Действительно ли Лилия Хиджакова перебралась на постоянное место жительства в Израиль, а в России актриса зарабатывает деньги? Скажем сразу, это правда.